Зритель мой, здравствуй. Мы продолжаем наш искренний разговор с человеком, который смерти смотрел не в глаза, а в зрачки. С Азаматом Бикбаевым. Сколько лет вы проработали пожарным? Почти 6 лет. Да. У вас случилось дорожно-транспортное происшествие тяжелое, ДТП. Да. Когда оно случилось и как это было? Это было 13 октября. 2012 год. Ну, произошло так, что был удар об асфальт. Вы вылетели из машины? Да, я вылетел из машины. Парализован на левую сторону. Тяжелый ушиб головного мозга. Ну, с этим не живут вообще-то так. Потеря сознания до комы третьей степени. Их 4. С четвертой не выходит. Ну, примерно месяца 8, наверное, я учился ходить. Примерно года через 2,5 я начал разговаривать связно, ну, нормально. Заново учился разговаривать, ходить, двигаться, координация движения. Жить учился заново. Но так, чтобы прям полностью восстановился. У меня и сейчас нет такого, чтобы я прям полностью восстановился. Ну, относительно, максимально. Есть максимальный момент, когда я прям восстановился. И он где-то, ну, та граница примерно где-то через 8 лет. Вот где-то в 2020 году. Вы себе наверняка задавали этот вопрос. Почему вы выжили и почему вы победили? У вас есть ответ? Много раз задавал. Сначала сразу нет. Сначала это вот примерно лет вот 5-6. Ответа нет. Не было. До этого было, и надо было восстановиться максимально. Почему я остался жить? Спасибо Господу. Угу. Врачам и родителям, друзьям. Большое спасибо. Отношения с мамой изменились после этого? Вот вы как-то, может быть, стали более родные еще? Еще ближе. Еще ближе? Да. Но вот после травмы, да. Она вам дважды дала эту жизнь? Да. Она перенесла инсульт потом. Угу. Она меня выходила, она меня подняла. Угу. И потом инсульт. Заплатила за это своим здоровьем. Да. Понятно. Трудный, может быть, вопрос задам, но так штрихом. А семья распалась после травмы? Да. Распалась. Так получилось? Вам не разрешили вернуться в любимую пожарную часть по состоянию здоровья? Нет, но я очень хотел. И вот тот такой момент. Мне очень любил свою работу, мне очень она нравилась. Я хотел туда вернуться, несмотря ни на что. Я хотел восстановиться так, чтобы можно было вернуться. Я знал, что люди военные служат, продолжают служить с пластинами. В данный момент у меня пластина стоит в голове. Я знаю, что ворачиваются. Но и у меня был стимул вернуться в пожарную охрану. Восстановиться так, чтобы прям можно было вернуться и служить дальше. Я сейчас понимаю, конечно, что меня уже не взяли. И тогда мне деликатно ответили, что нет, но не можем. Но это была мотивация и был маяк, чтобы к чему было стремиться и восстановиться. У вас сегодня очень интересное занятие. Вы создатель и хозяин отеля для животных. Как пришли в эту стезю? Совладелец вместе с супругой. Совладелец, супруга. У вас есть жена, у вас семья, у вас все хорошо? Да. Замечательно. Как вот к такому редкому достаточно занятию зоо-отель? Как вы докатились до такой жизни? Ну, мы изначально хотели купить участок, построить дом. И в последний момент, уже на стадии покупки участка, супруга пришла домой. И в разговоре с ней она говорит: давай будем строить гостиницу для животных. Я не понимал, что это такое. Я говорю: а кто будет заниматься? Она говорит: ты будешь заниматься этим? Я говорю: как? Ну, вот
ты будешь заниматься этим? Я, ну ладно, ну вот, на, все. И что, вы в интернете учились, вы у кого-то учились? Это же абсолютно на пустом месте, что называется. Для меня вообще новое, я не знал, как это. Ну да, интернет, там помощь. Угу. Смотрели, и это и касаемо благоустройства, самого строительства, и как должно быть все организовано, и какие-то журналы, интернет, мессенджеры помогли. Познакомился я с ведущим зоотельером России. Зоотель. Для большинства из наших телезрителей это белый лист. Что это такое вот, на практике? Это вот что это такое? Это гостиница для животных. Каждого свой номер. Там. У каждого свой номер. В момент отсутствия людей по каким-либо причинам. Хозяин уезжает в командировку, в отпуск, куда угодно. Командировку, куда в отпуск, если он делает ремонт, если он продал квартиру, покупает себе квартиру, она может быть черновая, разные причины. Юбилеи, свадьбы, поехал в другой город и так далее. Они привозят к нам своих питомцев. У каждого питомца свой номер. Номера достаточно что большие. В номере? В номере диван, место, как 10, у людей. 10 квадратных метров, диван. Не каждая спальня, окно, столько, у многих меньше. Картина. Картина? Картина. Она нужна? Собака понимает, что это картина? Она обязательно нужна. Это должно создавать уют, домашний уют. Это уют в понятии человека, а собаке этот уют, может, она его не понимает. Ну, она же дома видит картины. Она дома видит. Но она не понимает, что это картина или телевизор. Но она видит. И вот такую же обстановку мы пытаемся создать у нас в номерах. Помимо номера есть выгульные вольеры. Они огорожены, защищены от внешнего воздействия, либо чтобы они... со смежных... Они не контачат между собой? Нет, совместных выгулов мы не практикуем. Очень редко, по просьбе хозяев и в зависимости от пород. Породы бывают разные, есть питомцы большие, есть маленькие. На выгуле только собаки, конечно. Котов, кошечек мы на выгул не пускаем. В этих выгульных вольерах у нас есть минимальный набор игрушек, это кольца, мячи, веревки, коряги, чтобы погрызть. В теплое время у меня бассейны стоят, там можно купаться. Некоторые питомцы любят купаться. Собаки, если хозяева лабрадоров, они знают, что их питомцы любят купаться. С кем труднее работать, с собаками, с котами или с котами? Я, наверное, больше собачник. Собачник. Я, наверное, больше собачник. Я люблю и котов, кошечек, и люблю, глажу, разговариваю с ними. Я со всеми разговариваю с питомцами. Как бы это ни выглядело, хорошо или плохо, или не подумали бы, чтобы как бы это какое-то отклонение возможно. Но нет, я все-таки разговариваю. Но мне комфортнее с собаками. Комфортнее, удобнее, спокойнее. И я больше знаю, что от них можно ожидать. Что от них можно ожидать? От котов, кошечек, агрессии... Ну, можно не увидеть, а последствия будут печальные. У них больше инструментов покалечить. У котов? У котов кошечек, да. Например? У них четыре лапы и когти на всех четырех. Они могут сцепиться зубами, передними лапами и задним еще драть. Добавить, драть. Было такое? Было. Один раз. Один раз меня укусила кошечка Женевьева. Такая строптивая девушка. Ну и четыре раза меня укусила собака. Вот тоже. Производственная травма. Да. Какие есть породы собак, которых вы по каким-то причинам не возьмете в свою гостиницу? Ну, агрессивных это могут быть различные. Я хозяин скажу, ой, Азамат, она очень ласковая и хорошая псина. Есть дни знакомства, так называемые. Если я сомневаюсь, питомцы, то есть сначала поступает мне звонок, либо переписка в мессенджере. Я прошу снять видео или фото питомца, присылают мне, и если у меня есть какие-то сомнения, я назначаю день, чтобы познакомиться с питомцем, и чтобы он со мной познакомился. И если вот в этот день он проявит себя как-то подозрительно, я отказываю людям. Бывали случаи такие? Бывали.
я извинюсь и откажусь. Угу. Здоровье важнее. Они скучают за своими хозяевами, животные? Ну, больше коты, кошечки. Больше скучают? Больше скучают, да. Они очень тяжело переносят смену локации. Они очень привыкли... Привыкли находиться в одном месте. Угу. И с одними людьми. А собаки полегче? Собаки полегче, да. Собак не возьму, к вашему вопросу. Шарпеев не возьму. Почему? Вот три собаки шарпеи, которые меня покусали. Все шарпеи? Все шарпеи. На какой срок к вам приезжают ваши гости? Могут приехать на несколько часов или на несколько месяцев. Даже так, на несколько месяцев. У нас непрерывно жил один питомец 132 дня. Полгода практически, без малого. Ну, там больше 4 месяцев. Угу. И один питомец жил 6 месяцев с двумя перерывами на 10 дней. Как они встречают своих хозяев? По-разному. Кто-то не скучает, и они не хотят уезжать. Даже так? А потому что у меня свободы больше. Они у меня гуляют. Я проживаю на территории гостиницы. Они вдоволь у меня гуляют. Они, им предоставлен номер. Они одни, их никто не может докучать. Mm-hmm. Это могут быть и гости дома. Да, понятно. Гости, да. Дети. Гости, там, дети, еще какие-то бывают. Животные, да. То есть дома гуляют с ними мало. Но бывают случаи прям до слез. Ну так уж рад. Такая трогательная встреча собаки с хозяином или кота. Бывает у хозяев. У хозяев. Больше хозяева, да, радуются. Да. Бывает, что питомец остается, например, собака-лабрадор. Угу. Вот хозяева только-только оставляют питомца. Я обычно завожу питомца в номер, закрываю, иду, провожаю хозяев, и чтобы он не видел, как они уезжают. Но вот есть моменты, когда они начинают уходить при нем, он на них уже не обращает внимания. Он кидает мячик мне, и все, мы там играемся с ним. С хозяевами трудно порой? Может, даже порой труднее, чем с питомцами? Бывает? Бывает. Очень, очень требовательные, наверное, очень беспокойные хозяева. Угу. У некоторых проходит. После буквально двух... Вы видео посылаете какие-то... Ежедневно фото-видео отправляют своих питомцев. Не просто, что он сидит там на диване в номере, а так как он кушает, играется, бегает. Я с ним играюсь, потому что я там всегда, я с ним и провожу время. Ну, вообще, 24/7, я понимаю, ваш труд. Тяжело. С некоторыми питомцами я ночую. В смысле? Беру матрас в номер и иду ночевать. И спите там? И сплю там, да. Вот днем они еще могут быть сами, они будут в вольере, в номере. И вот так вот, как наступает ночь, я могу брать матрас. У меня есть дежурный матрас, одеяло, подушка, я ухожу. А зачем это нужно? Для чего? Это бывает в некоторых случаях, когда питомцу страшно. Есть небольшие пары собачек, которым страшно, одиноко. И что, ей спокойнее, когда вы рядом, она к вам прижмется? Да, и... они привыкли дома с папой или с мамой, они лежат, им вот хорошо, так. И вот они на одной кровати. Вот так же со мной. Несколько блиц-вопросов счастливому человеку. Лес или поле? Лес. Джинсы или классические брюки? Это джинсы. Самое сексуальное место у женщины? Голова. Вы всегда так думали? Нет. Вы можете сказать неправду? Откровенную ложь нет. Не скажу. Я либо вообще не буду разговаривать тогда с человеком, которому я что-то хочу донести, а он мне неинтересен. Я не буду говорить ему тогда вообще ничего. И все. Отшучусь, либо я просто что-нибудь так. Какая черта характера вам мешает жить, и вы бы от нее хотели отказаться? Отказаться нет, наверное. Ну, в какой-то мере, наверное, скромность. Ну, можно было бы, наверное, немножко ее... Поубавить. Поубавить, да. Справедливость или безопасность? Что выберете? Справедливость.
Ну, если в каком контексте это применять, если безопасность касаемо личной безопасности, либо безопасность семьи ребенка, то, конечно, безопасность. Если справедливость, то тоже смотря в каком контексте. Если справедливость какого-то действия по отношению к кому-то, угу. то ну, тут вот так. Последний вопрос, Азамат. А чего вам хочется от этой единственной жизни? Еще чего-то ж хочется? Чтобы здоровье не подводило. Вот, наверное, здоровье, чтобы не подводило. Угу. Это касаемо и меня, и родителей, моего сына, супруги, сестры. Вот я не разделяю это, вот, вот все, если брать в одном. Вот, вот, вот. Чтобы все были вокруг здоровья. Да, пусть, да. Вот, потому что я был, я видел, что такое, когда нет здоровья, мы его не ценим. Мы не ценим, пока не потеряем. Mm-hmm. Вот говорится, ценишь, когда потеряешь. Вот когда у тебя все есть, ты всем доволен. Ты этого не ощущаешь. И вот и когда ты здоров, и у тебя ничего не болит, то тоже все вроде бы хорошо. Вот чтобы ничего не болело, все было хорошо. Спасибо вам, вы были искренни. Я всегда говорю, что наши камеры – это томограмма, они видят все. А вы сегодня были искренни. И за это доверие, за эту искренность спасибо отдельное. Спасибо. Оставался. Спасибо вам. Это был Азамат Бикбаев. Мы говорили о самом главном и интересном, о единственной человеческой жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания. Thank you.